Если бы я мог заморозить время, то обязательно бы сделал это сейчас. Я медленно двигаюсь в сторону дома. И каждая минута отражается в стеклах окон окружающих меня строений. Что я сделал за сегодня? Оформил пару документов, просидел в длинной очереди, навестил родственников в больнице. Похоже, что все не так уж и плохо. Вечер вот-вот уже наступит, и моя дорога все ближе к моему убежищу, куда скоро вернется моя девушка. Как прошел день? Относительно продуктивно. Все документы на загранник подал? Все. Точно? Да, Настя, точно. Я все документы подал. К бабушке Мане заходил? Да. И как она? Слушай, можно я поем? Да, конечно. Ну, я просто беспокоюсь. Все в порядке. Я спать? Присоединишься? Ну, чуть позже, у меня еще есть некоторые дела. Спокойной ночи. Артур, можно потише? Артур, ты серьезно? Мне рано вставать. У тебя есть место, где ты репетируешь. Так репетируй там. Почему нельзя все сделать там? Минуты. Они врезаются в грудь, как ножи. Бьют в сердце, как стуки самого большого гулкого барабана. Режут слух, как скрип пролетающего в пыли трамвая. Как я, по-твоему, должен попасть на работу? Как? То есть, когда я так эти тёльки, то нет света. А как ты делаешь так, что не могу работать и зарабатывать деньги на твой гурёбаный маникюр?
так это все! Давай я возьму эти страны, и ты запру тебя здесь, и ты сдохнешь нахрен! Убийца был хладнокровен. Резкий удар. Она кричит. Бедная, бедная Милена. Веревка касается ее шеи. Об этом ли ты мечтала? Я знал Милену. Это была простая, наивная девочка. Когда неделю назад ее нашли избитой до смерти, я не мог сказать, что испытал шок. Скорее, это было сожаление. Сожаление об увядающем прошлом. Милена, что ты здесь делаешь? Я думал, ты погибла. Нет, я не могла погибнуть. Это какая-то неправда. Но я читал в новостях. Они пишут какую-то ерунду, не верим. Давай не будем об этом. Хорошо. Ну, в любом случае, тебе нельзя здесь находиться. Настя может проснуться в любой момент. Ты вообще играешь это... на барабанах? Ну, да. Мне всегда нравилось, как ты играешь. В твоей игре есть что-то возвышенное и животное. Я думаю, ты добьешься больших успехов. Я верю в тебя. Нет, мы с тобой раньше очень дружили. Что с тобой теперь? Я исследую себя. Вот, соскучилась. Решила зайти к тебе. Может, мы встретимся как-нибудь на неделе? Может быть. Просыпайся. 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 Иначе проспишь собеседование. Доброе утро. Что-то плохое снилось? Да нет, мне ничего не снилось. Спал как убитый. Разве что на кухню уходил. Я слышала. Ладно, я буду собираться. Хорошо. А завтрак на кухне? Не забудь покушать, ладно? Все, я побежала. Thank you.
Алло, Настя, привет. Привет, солнце. Как собеседование? Сказали, что все хорошо, но подробную информацию пришлю чуть позже. Окей. Слушай, я сегодня хотела у Ксюши остаться, у нее день рождения был. Ты не против? Да, конечно. Ты на всю ночь? Думаю, что да. Но завтра все равно никуда вставать не надо. Хорошо, тогда спокойной ночи заранее. Спокойной ночи. Ты только тоже не засиживайся, ладно? Если опять не уснешь, у меня снотворное в ящике около кровати лежит. Можешь его взять. Я знаю, что ты переживаешь насчет работы и все такое, но все будет хорошо, слышишь? Не переживай. Да, я знаю про снотворное, спасибо. Ладно, я уже домой поднимаюсь. Увидимся завтра. Да, целую. Пока. Привет. Привет. Входи. Выглядишь как сирийский беженец. Пальто сюда. Что-нибудь выпить? Да, давай. Ну как вообще твои дела? Да как-то так себе. За квартиру теперь больше платить, а на работе все еще мы вам перезвоним. Да, не очень. Еще и с Настей все как-то очень мутно. Ощущение, что сейчас уже проще вообще куда-то сбежать. Не переживай. Все наладится. Может быть, она просто еще не увидела в тебе. То, что видела ты? Ну да. Милена, я так скучал. Наша дружба... А ты можешь мне все-таки объяснить, почему половина города считает, что ты мертва? Давай мы не будем об этом говорить. Это... Когда все прояснится, я с тобой поделюсь, может быть. Расскажи лучше о себе еще что-нибудь. Что у тебя нового в жизни? Да... Нечего особо рассказывать. Милена, я так по тебе скучал. Не надо. Наверное, тяжело полюбить такого, как я. Что? Что за ерунда? Мне иногда кажется, что я... Мне иногда кажется, что я просто недостоин любви. Это неправда. Нельзя так думать. Давай выпьем за тебя. За то, чтобы ты был счастлив. Спасибо тебе.
Включи музыку. Ты же всегда слушал хорошую музыку. Я все помню. Это же моя любимая. Алло. Доброе утро. Доброе. Как спалось? Все нормально у тебя? Да, я выпил снотворное, все в порядке. Хорошо. Я скоро поеду домой. На такси через часа два, наверное, буду. У Ксюши появился, кстати, мопс. Очень хорошенький. Здорово. Он... Слушай, я пойду умываться, я сегодня хочу сходить на репетицию. Окей. А что ответили с работы? Сказали, что нашли другого. Серьезно? Слушай, может быть, сегодня без репетиции? Нет, куда-нибудь? Нет, я не могу пропустить репетицию. Да в смысле не можешь? Ты 3 месяца без работы. Я понимаю, что мы живем в твоей квартире, но все остальное висит на мне. Я работаю, блин, и хочу тратить эти деньги на что-то, кроме нашей общей еды и каких-то... Настя, я все понимаю. Я обязательно найду работу. Слушай... Ладно, я пойду умываться. Пока. В смысле ты по... Дни, месяцы, годы. Все без конца стремится в никуда. Настя, конечно, хорошая. Но как быть с Миленой? Все перемешалось. Внутренние штуки закрыл. Артур. Скажи мне, ты нормальный? Я полчаса в холодном подъезде простояла. Нормальный? Телефон нельзя взять или подойти, дверь открыть, нет? Настя, успокойся. Что успокойся? Что ты, а? Ну что ты тут мог делать? Я просто уснул. Просто уснул? А дверь на внутренний замок? Да, это не важно, что я должна приехать, это не важно. Знаешь что, ты вот ради своих барабанов, ты полночи можешь этим заниматься, вставать Настя, тебе вообще не лень. Что, Настя? Настя, хорошо, что я в принципе проснулся. Ты можешь прекратить орать? Конечно, хорошо. Спасибо тебе большое, спасибо, что открыл, но я ухожу. Счастливо тебе тут оставаться, хороших тебе барабанщиков, всего хорошего. Алло. Слушай, я сегодня у тебя приночил, ладно? Возьму такси, приеду, все вместе. Да.
мысли путаются в голове. Расскажи мне, как жить дальше? Ты знаешь? Артур? Милена, ты меня испугала. Я думал, что ты сделала это с собой. Я просто выносила мусор. А ты что здесь делаешь? Я поссорился с Настей, и я решил зайти к тебе. А серьезно поссорились? Она ушла из дома. Она раньше никогда не уходила из дома. И, Милена, я поразмыслил над этим. Я всегда любил тебя, Милена. Я всегда хотел быть с тобой. Только ты меня так понимаешь, Милена. Я хочу прикоснуться. Где мои ключи? Как я, по-твоему, должен попасть на работу? Как? Часто они так? Впервые. Не подходи. Я больше не могу.
Если бы я мог заморозить время, то обязательно сделал бы это сейчас. Дни, месяцы, годы. Все без конца стремится в никуда. Это была просто наивная девочка. Я не могу сказать, что испытывал симпатию к ней. Скорее, сожаление. Сожаление об увядающем прошлом.